Доброго времени суток, с вами Виджевери, и я продолжаю кошачий марафон, играя в Collateral Damage. Это игра, сделанная независимым разработчиком Крисом Чангом. Он собрал денег через Kickstarter, и, короче, теперь, насколько я знаю, есть полная версия. Ну, я сейчас играю в демку. Демка. Её я скачала на компьютер, хотя можно играть прямо в браузере, смотря кому как удобнее. Ссылка на нее есть в описании, как и всегда. Ну, да что я, собственно, распинаюсь. Давайте играть. Собственно, это игра про кота, который должен уничтожить все на своем пути. Ну, знаете, обычно вы оставляете котов дома, а приходите, и дома такой небольшой армагеддец произошел. Так вот, почему? Воу! А что, системный блок уронил? У меня максимум кошки роняли вазы и компьютерное кресло, но чтобы ронять компьютер, это нечто. Итак, насколько я... Ну давай, запрыгивай. Так. Брайн тут простое. Левая кнопка мыши — это левая лапа. Правая кнопка мыши — это правая лапа. И тут не просто надо все уронить, надо все уронить на пол. Ну давай. Я люблю разрушать на самом деле. И могу понять кошек, хотя вот те вещи, которые у меня есть, мне их жалко. Так, это что у нас? Телевизор. Ну, телевизор у нас кошки не роняли, это радует. Так. Чем больше я уничтожу, тем лучше. Так. Чуть-чуть. Так. Подушки, по-моему, надо тоже скинуть. Тут, короче, что-то написано, типа, видимо, это наш небольшой план, что мы должны уронить. Ну, короче, я сейчас вот сюда вот отправлюсь. Ня! Роняем все, что только мы... Да, блин. Мне это нравится. Тапочки. Ну, конечно, графика тут ничего так. Ну, в смысле, не крутая, но, блин. А что вы хотели от независимого разработчика? Ладно, побежим туда, где я еще не была. У меня все меньше времени. Блин. Давай, роняй книжки. А! Блин, я аж испугалась. Зачем же так пугать-то, а? Время истекло. Так, я выполнила? Нет, задание нет. О, я даже перевыполнила свое задание. Ну ладно, продолжим. Есть вторая. Так, я не знаю, 120 объектов, ладно. Ладно. 120, так, все, уроним. Уроним все, что только можно. Так. Книжки. Множество книжек. Ну, хорошо, что наши кошки, они, конечно, довольно-таки разрушительные по силе своей, но они не роняют все подряд, вот как этот вот обезумевший кот. Я не знаю, почему он это делает. Возможно, хозяин его обидел чем-то. А может, он просто вредный. Так, я уже играю с другого кота, потому что я помню того, лапа была черной. С белым. А может, я ошибаюсь? Давай, роняйся, цветочек. Алло, полигональность. Так. О! Не допрыгнул, естественно. Видимо, этот кот слишком... неуклюж для кота. Какие-то игрушки. Ну, блин, падайте. А-а-а, приставка. Ня, какая прелесть, падай. Так, прыг. У меня пока еще есть одна минута.
Блин, этого мало. А это... Как тебе точка? Да блин. Блин. Я не могу допрыгнуть. Ну давай. Да. Так. 20... 28... не-не-не. Роняем все, что только можно. Нет! Я не успеваю. Мя! Блин, да прыгай же, ты тупая скотина. Черт, я не успела. Давайте еще. Там, короче. Я один предмет буквально не собрала. Так. Здесь нету этого ограничения по времени, но здесь можно, короче, разгуляться как угодно и ронять все. Ну что ж. Для тех, кто не спешит, но очень хочет все разрушить. Как я. Ну-ка. А, там даже за окном деревья растут. Чувак реально постарался, ну... Что ж, он молодец. Эта игра, ну, она мне, в принципе, нравится. Вот знаете, когда вот злишься и хочется что-нибудь, ну, разрушить... Там обычно люди что, телефоны скидывают с 5-го этажа. Я не могу себе позволить такую роскошь. Поэтому эта игра идеальна для того, чтобы вывести свою злость на что-либо. Вместо того, чтобы что-то на самом деле ронять, можно использовать эту игру. Она, конечно, простовата. Но мне кажется, она хорошая. Ну-ка, диски. Что это? God's Tower. Какие-то игры, короче. Нет! Уничтожить все поделять! Нет! Кроши! Ломай! Убивай! Нафиг. Нет. Так, тут еще какие-то есть кнопки. Короче, так, С. С это прыгнуться. Так, что-то еще есть. О, а тут еще комнатка. Закрыто. Книжечки. Ладно, роняем книжечки. Чувак, главное... Блин. Все так составил красиво. А я ему все испорчу. Для перфекциониста это ад. Карандашики нафиг, книжки нафиг. Все нафиг. Сейчас устрою себе... Как это? Эй-эй-эй. Блин, не допрыгиваю. О. Короче, устрою себе убежище кошачье, да? Построю вот из этих книжек. О! Давай строй, ну. Ну, короче, я тут буду спать, это будет моя кровать. Я... Можно когти поточить об эти книжки. Так, ну ладно, хватит уже этого безумия. Закончу-ка я. Как и говорила, ссылка на игру есть в описании.
можете ее либо скачать, либо играть прямо в браузере. А пока что на этом все. Следующая игра, ну, скоро, конечно же, как всегда. Опять про кошек, да, не забывайте. У меня все еще кошачий марафон. Удачи вам в жизни и до свидания!